Ну, не сказать, что я сладкоежка, но люблю, очень люблю вот хорошую сгущенку. Это рогачевская сгущенка. Сейчас на нее акции в Пятерочке. Две баночки, если берете, то они получаются по 84 рубля. А еще больше я люблю вареную сгущенку. Вот мы ее сейчас будем варить в скороварке, мультиварке. Банка должна быть не помятая. Это обязательно, чтобы она держала давление. Еще что, если вы не хотите потом отмывать крышку мультиварки, она будет иначе. Вот это все надо отмыть. Все это должно быть снято. Вот столько больше не рекомендуется вообще-то. Но еще до максимума чуть-чуть не дошло. Можно подложить под нее что-то, чтобы она не царапала. Вот у меня тефлон для выпечки. Все, воздух выпущу из него. Все, теперь у меня защищена поверхность. Можно, конечно, положить, но она толстая. Значит, воды больше доливать надо. Не хочу я воды доливать. Вот. Так силикон, конечно, был. Все, закрываем. И выбираем программу. Ну, любимая программа, как я готовлю. Холодец, студень, так, зельц. Так, плюс. Это у нас. И пошел. Я сейчас на тушение поставлю. Тушение. И добавлю время. Это часы. 50 минут сделаем. 50 минут. Старт. Все. Пошло. Давление максимальное. Все. Все, это давление упало. Она уже простояла, пока мы отдыхали. Так. Ну, все равно горячее. Ну, вот она так. Ну, в общем, хорошо, что я ее помыл. И вода довольно-таки чистая. Не, ну есть, конечно. Плавает. Немножко белизны. Крышка чистая. Только протереть, мыть не надо. Все. Вот еще. Люди спрашивают про клапан. Почему я его тогда, допустим, снимал. Больше не буду снимать я клапан. Если только помыть, к примеру. Все, я... Первый, когда ролик снимал, я не знал, что здесь так много программ, где можно работать без давления. Даже с открытой крышкой. Теперь клапан мне совершенно не мешает. Так, в снегу 20 минут остывало. Сейчас посмотрим. Я это чудо купил пару лет назад и вот второй раз пользуюсь, а так все время ручной открываю. А, в светофоре. В светофоре за копейки там. По второму разу пошла. Открыла она хоть. Ой, да, открыла. О, вот как она открывает. Вот. Вот я все это забыл. Ну, цвет хороший. Цвет хороший. О! Супер. Это просто супер. Бегите в Пятерочку, пока там такие цены. Ой, кто это? Это мы сегодня обновляем наш снежок. Первый раз в этом году. Красота.
Красота. Ой, ой, а вот ела. Что ты там? Да хорошо же. Ой, хорошо-то как. Хорошо.